Андрей Николаевич подвел итоги работы администрации за прошедшую неделю и определил задачи на предстоящую. Его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков доложил, что образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. На следующей неделе у нас уже состоится окончательная проверка. Коммунальные службы готовят город к осенне-зимнему периоду. Продолжается работа по благоустройству на месте производимых раскопок и подготовка на квартирных жилых домов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Значит, графики выдерживаются, в том числе по работам, которые выполняются все подрядных организаций. Светлана Головачева доложила о работе Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. Будет проводиться спортивный фестиваль «Планета баскетбол». В рамках этого фестиваля в 12:00 11 августа торжественное открытие Кубка по баскетболу 3x3 среди мужских команд. В 13:00 соревнования по баскетболу среди команд. 12 августа 12:00 торжественное открытие регионального этапа всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2017». Все эти мероприятия будут проходить на площадке баскетбольной в 4-м микрорайоне. 13 августа в 17:00 концертная программа, посвященная Дню строителя. 9 августа прошло заседание Оргкомитета по подготовке празднования Дня города.